Опустили угол колена в 90 градусов. Переводим вес на прямую ножку. Голень может съехать, ничего страшного. Опускаемся в свою нить. Почувствуем ягодичную мышцу, той ножки, которая согнута. Отходить от бедра. Вот, прилипли одно целое и держим.
Ножки вниз опускаем, чувствуем боль, мы задержались. Еще вниз, держим. Если чувствуете прям все более тяжело, можно подняться и вновь начать потихонечку сначала. Поехали. Носочки обязательно натягиваем.
держим. Спинка ровная. За колено само не держимся, желательно держаться за середину бедра. Три, два, один. Опускаем заднюю ножку на колено. Стопу положили. Пока что на пол не опускаемся, своим собственным весом таз тянем вниз. Обязательно следим за коленом, оно у нас не должно уходить вперед. Теперь опускаемся во внутреннюю сторону бедра. На кисти, хорошо. Продолжаем таз стремиться вниз. И теперь кто может, опускается на предплечье. Кто не может опуститься на предплечье, что делает? Рассказываю. Чтобы было видно. Мы ручками с вами вперед перед кубиком поставили. И медленно, аккуратненько сгибаем локти. Почувствовали боль, стоп, задержались. Отпустила еще ниже. Носочек максимально на себя, заднюю ногу проверим.
бедра не разворачиваем, они смотрят ровно. Остаемся по центру, чуть глубже вниз опускаемся. 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратненько возвращаемся, позвонок за позвонком, плечи, голова. Ножки собрали. Одна ручка вперед, параллельно полу, держим. Аккуратненько возвращаемся, позвонок за позвонком, плечи, шея, голова. Одна ручка, вторая.